Факт создания руководства на территории города Тарас структурным подразделением финансовой пирамиды «Зефинико» расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области. Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков через программу «Зефинико.ком» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами. В июле 2021 года агентством по регулированию и развитию финансового рынка проект «Зефинико» официально признан финансовой пирамидой. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит. Граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Зефинико», просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.